Вторая игра в том турнире. Посмотрим, как Стоун научил сына играть. 12 лет, дай ему. Сейчас посмотрим. Нихуя себе, блядь. А это точно сын Стоуна, блядь, так бегает, нахуй. На быке. Что-то тут сыном и не пахнет, ёпты. Хорошо, перестрелки, блядь, прошли успешно, нахуй. Дальше с респа, блядь. Как Стоун учил, нахуй. Подбойный молоток, блядь. 1-1, играем дальше. Нахуй, не умеешь прыгать, просто кнопку вперед зажми, блядь, на этом, на бобре. Погнали. На 12, хорошо, играем дальше. Оп-оп-оп. Ой-ой-ой. Там Стоун, наверное, кричит. Добивай, добивай, блядь. Подзатыльник. Шана. Да 1-0, блядь. Андрюха не знает, что делать, нахуй. Куда бежать. Точнее, 2-1. Оп-оп-оп. Оп. 3-1. Погнали дальше. Пока без шансов, нахуй. Ждем, 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 блядь. Пиздец игра, да. А на этом рейтинге, кстати, бобер вообще решает. Не успел, блядь. Просто не успел, нахуй. Стоял, ждал 30 секунд, Андрюх, какой же ты дно дал. Это бред, бобра, надо в бан. Шмель, не стартуй вторую игру, жди меня, сейчас инвайт будешь кидать. Оп-оп. 4-1. Оп, оп, оп. За убийство. Не бы я Стоун младше играет. Мне кажется, что тут, бля, попахивает наебаловым каким-то. Я сейчас проиграл Бласковичем бобру. На этом рейтинге все бобра берут, походу. Они что-то знают, бля. Оп-оп. Ебать, тут шафт. Хорошо, блядь, выживший, нахуй. Ну тут с респа просто на мигу бежит. Там по-любому подсказывает то, что мига там восток это, бля. 100%. 5-2, 5-2. Там секундомер. Бедный Андрюха, ебать, его захуярили, бобром. 6-2, смотрим дальше. Ебать. Оп-оп. Бобер очень опасен, нахуй, и прекрасен. Мига появляется. Дорогу молодым. Ебать. Этот лыбится, нахуй. Пиздец, тебя прет. На голову ему, нахуй, стол, блядь. Ноль шансов. Это с респа, блядь. О, перестрелка, 9-2. Ебать, просто уничтожение Андрюхи, нахуй. Ничего не помогает ему против бобра. Бобер самый сильный герой на этом рейтинге, нахуй. До 1800 рейтинга. Пока он просто непобедим, блядь. Блядь, убили бобренка, нахуй. Треспа, нахуй. Эта тактика называется запугай, блядь. Два, 25 хп, 10-3 счет, 0 шансов, 0 нахуй. Оп-оп.
Если проиграть, то вылетнет. Нет, там, ну, как бы, еще кто проиграл до этого, он с тем будет играть. Ебать шафт. Хорошо, блядь. Опалили нахуй. 10-4. Нихуя там в небо. Просто в космонавт нахуй. Не успел до Минги, блядь. Чутка, нахуй. Ой-ой-ой, 1-4. Запутался, блядь. Ах, этот бобер. Очень много этих. Отдал фрагов. Походу, гагули, точно. Да, тут еще гвозди, блядь, не помогают, нахуй. Бобренок, блядь, разъебывает. 12-4, блядь. Андрюха правильную тактику применяет, называется шафт, нахуй. Но он, блядь, считать не умеет, и поэтому его опять разъебывают. В упор, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, крутилки-вертелки, блядь. 3 минуты до конца. 10 фрагов. Нереально, 9. Хорошие ракеты. Ни один гвоздь не попал, ничего страшного, бывает. Это 1300 нахуй. Хотел красный забрать, нихуя себе наивный пацаненок. Ну да, они такие, бля. Их нам рывается. Трузи-музы-гузы-бузы, ёпта. Трузи. С прошедшим тебя день рождения. Сколько тебе там, 53 нахуй? В небо, блядь! 7 фрагов, 2 минуты. Да не, нереально, блядь. Идет преследование, стол младший, нахуй. В упор, блядь. А, да. Бобр не контрится, нахуй. Четырнадцать-8. Как вы думаете, он справится? Нет? Пятнадцать восемь, просто уничтожение идет Андрюшки, ёпты. Андрюшка, блядь, донный оказался на. Проиграл Юнсу. На нахуй. Все, он же не появляется. А нахуй. Это тактика такая, нахуй. Осталась 1 минута. Оп, оп. Жесть. 5 фрагов. Не надо было вначале столько фрагов отдавать, а больше шафтом пользоваться, и тогда бы победа была за нулем. Но нет. Охуеть. Просто унижение. И только на этом турнире такое происходит. И он уже просто издевается, стоит АФК. ГГ. ГГ.
Шшш.